В этом году без выезда за границу. Эпидемия нарушила планы некоторых влюбленных отпраздновать День Святого Валентина за рубежом. В то же время заманчивые предложения для них подготовили отечественные пансионаты, винодельни и гостиницы. В программе романтический ужин, конкурсы, дегустации и даже катание на санях. Однако все это влетит в копеечку. Один из туристических комплексов в Аргееве предлагает влюбленным посетить ферму, а затем отдохнуть в спа-зоне и полакомиться традиционными блюдами. Обойдется это в 2500 лей, включая ночь в пансионе. Женщины и девушки могут приготовить плацинды в печи, показать, какие они искусные хозяйки. Есть конкурс для девушек ткать ковер. Им будет помогать мастерица, а кто закончит быстрее, получит ваучер на проживание. Готовятся ко Дню Святого Валентина и винодельни. 3 дня отдыха там будут стоить 210 евро, а за один вечер придется выложить 90 евро. Их ждет романтический ужин со специальным праздничным меню. Наш шеф-повар готовит блюда, в которые включены продукты афродизиаки. Это морепродукты. Каждому, кто остановится в туристическом комплексе, мы предложим бутылку игристого вина, корзину фруктов, завтрак. Можно достойно отметить праздник и в столичных гостиницах, которые тоже готовы приятно удивить влюбленных. Завтрак в номере в день влюбленных, бутылка игристого вина, особый десерт, ваучер на процедуры спа для обоих с балийским массажем. Ужин 14 февраля у нас называется «Аморе Мио». Стоимость пакета, включая ночь в гостинице, 221 евро. Для тех, кто выберет только праздничный ужин, цена составит 900 леев на человека.